В начале ноября был объявлен конкурс от магазина «Без переплаты», который расположен на втором этаже бывшего здания гостиницы на улице Гагарина. Победителей наградили там же, и каждый из них мог выбрать себе товары на 1000 рублей. Вновь портал «Город рассказывал», социальные сети «Контакт», проводился конкурс, призами которого выделялись 3 сертификата на сумму 1000 рублей в нашем магазине «Без переплаты». Победителями стали Яна Фетисова, Кристина Кузнецова. Вместо нее за сертификатом пришла мама и Дмитрий Неретин. На церемонию награждения Дмитрию прийти не удалось. Получить свой приз он может в магазине. Яна Фетисова до этого участвовала в конкурсах, а вот победила впервые. И условия участия, по ее словам, были простыми. Поделилась записью, сделала репост этой записи и в итоге попала в тройку финалистов. Победители выбирали любые товары в магазине без переплаты на общую сумму 1000 рублей. Здесь представлен широкий ассортимент махровых и текстильных изделий, упаковки. Юрий Ценин, Максим Соколинский. Новости. Товарорассказово.